Нарьян-Мар стал частью всероссийской общественной акции флешмоба, приуроченной к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция собрала на одной площадке больше 300 человек. Необычный флешмоб казался странным только со стороны. А с высоты птичьего полета на Марацей была видна живая цифра 70. В планах организаторов было собрать не меньше 250 человек. Путем нехитрых подсчетов, а именно по количеству розданных красных листков, стало ясно, людей пришло больше 300. Чтобы стать частью уникальной акции живой цифры 70, в сердце города собралась не только активная молодежь, большой интерес проявили и школьники, и люди старшего возраста. Евгения Баринова идею необычного флешмоба приняла на ура и пришла на площадь, не раздумывая. У меня у самой погибли через 9 дней под блокады Ленинграда отец Липунов Иван Акимович и дедушка Липунов Аким Гаврилович. Расставить всех по местам стройную цифру 70 помогали юноши и девушки в голубых куртках, волонтеры корпуса 70-летия Победы. По команде в небо поднялся беспилотник. По задумке организаторов, необычное действие сняли с высоты. Со словами «Нас увидит вся страна», цифра 70 стала живой. Это праздник, сединою на висках. Уличная акция, посвященная 70-й годовщине Великой Победы, для Нарьян-Мара стала уникальной в своем роде. Погода не подвела, от желающих поучаствовать не было отбоя. Шикарная идея. Во-первых, простая по исполнению и при этом массовая. Могут любого возраста люди подойти и поучаствовать. Самая классная идея, по-моему, которая в этом году была организована. Довольно-таки патриотично это собирать так много людей, что они прочувствуются духом того, что 9 мая мы освободили Русь, нашу матушку Россию от захватчиков. Отличная идея, вообще первый раз такое, как бы очень интересно все. Довольны остались и организаторы флешмоба. Самая главная цель, по словам специалистов Центра поддержки молодежных инициатив, собрать как можно больше людей и почтить память героев-победителей, была достигнута. На моей памяти, да, это первая такая публичная акция, масштабная, которая собрала столько участников. Причем люди звонили даже сегодня, еще пытались попасть, но мы, безусловно, всех пускали, кто был желающий. Эта акция стала частью большого всероссийского флешмоба. Судя по роликам в сети, к ней присоединились многие регионы страны. Организаторы пообещали, видео с нарьян-марского флешмоба тоже появится в интернете. Олег Танзийский, Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».